Ну не надо меня его сравнивать. Друзья, всем привет, любовь, добро и свет. Находимся в Москве на проспекте Вернадского, около магазина. Вот. И мы сейчас подойдем, посмотрим, что здесь происходит. Потому что был замечен человек, который перекусывает, читает. Сейчас мы к нему подойдем и пообщаемся. Можно тебе снимать? Ну что? Не, просто скажешь пару слов моим друзьям. Скажешь, я тебе денег дам. Что сказать, брат? Скажи, что читаешь? А. Что читаешь? Ага. Откуда ты? И передай привет. А. Здорово, ребята. Как жизнь? У меня вот такая вот жизнь получилась. Читаю я сказки народных республик. Ну-ка, что за сказки? Ну, сказки, они уникальные. А, кто-то подарил тебе? Да, эту книжку я читаю, она очень уникальная. А как зовут тебя? Меня зовут Махмуджон. Махмуджон? Меня Руслан зовут. Я родом с Ташкента, ну, с Кишлака. А приехал я последние 23 года. Я прожил в Хакасии. А здесь что делаешь? А здесь я потерялся. Как? Просто большой город. На работу приехал? Да какая мне работа? У меня работа хватает, и семья. И дом есть у меня, и все у меня нормально, слава богу. Может, ты от жены сбежал? Нет. Я в Москве. А, москвич. Я в Москве. Ну ладно. Спасибо тебе большое. Пойдет так, брат? Пойдет, пойдет. Все четко? Да, все четко. Спасибо. Всего доброго. Хорошего дня. Просто мне не хватит. Что? Копей. Не хватит. Можешь добавить? Ну, давай добавлю. Не, просто не хватит. Ну ты не бухать будешь? Так, хватит. Спасибо тебе, дед. Спасибо вам. Всего доброго. Вот, точно. Вы же на Цоя похожи, да? Да. Да не надо меня его сравнивать. Они говорят, им нельзя рисковать. Ой. Потому что у них они есть говорят, дом. Им нельзя рисковать. Счастливо, пока. Давай, Вот, друзья, такой вот Виктор Цой, как бы позитивный, житель Москвы, из Ташкента. Всем пока, всем доброго суток. Пока.